Здравствуйте, зрители моего канала. Хочу вам рассказать в этом видео о том, как незаметно в нашу жизнь входит, не знаю даже, как это назвать, но не постесняюсь сказать, сатанинская мразь. Вот решил я подработать, значит, еще разные способы заработка в интернете. Вот завел канал на Дзене, пишу, снимаю ролики. YouTube пытаюсь раскрутить. Но пока тяжело там получается. Ну и вот вычитал, что есть еще фотостоки. Ну и вот зарегистрировался на одном вот этом. Шаттерсток, или как там буду я его по-своему называть. Может, Шуттерсток, я его буду звать Шаттерсток. Сайт, как и YouTube, американский, Соединенных Штатов Америки. Ну и все бы ничего, в общем, процедуру не буду описывать. Как регистрировался, там, конечно, все через переводчик делал, довольно медленно. Наверное, минут 40 я там возился, пока я заполнял налоговую декларацию и прочие вещи. Дело не в этом. В общем, зарегистрировался я там, выложил пробные фотографии. Всего одна зашла, надо не менее 6. И пока у меня это дело заглохло, как бы, смысл в чем? Письма от него вот продолжают письма косноязычный, как выразить мысль, письма приходят от него, оповещения приходят на электронную почту мне. Ну и вот одно из писем, предпоследнее пришло. Не пропустите список. Ну, они там делают рекомендации, что снимать, что пользуется спросом, что наиболее продается, как бы хорошая штука. Ну и вот, не пропустите список, лови момент за декабрь. Но открыл я и, честно говоря, офонарел. Сейчас, секундочку, подгружается долго. Самое востребованное в декабре. Вот и смотрим. Любовь ЛГБТ+. Самое востребованное в декабре. Ну, честно говоря, сейчас вот я вам приближу это дело. Надеюсь, резкость будет нормальная. Так. И зачитаю. Любовь ЛГБТ+. Значит, заказчики будут искать изображения с проявлением любви в сообществе ЛГБТ+. Избегайте типичных поз и символики ЛГБТ+. Придайте своим работам оригинальности. Пользователи будут искать изображения однополых пар, которые вместе готовят и наслаждаются романтическим ужином дома. Снимайте, как влюбленные пары в масках держатся за руки и проявляют нежность в общественных местах. Изображения пар, которые дарят друг другу подарки, например, розы или конфеты, будут очень популярными. Снимайте, как пары проводят День Святого Валентина вместе по видеосвязи, чтобы показать, как выглядит любовь в наши дни. Ну, вот это последнее меня совсем добило, конечно. Вот так вот, друзья, грубо говоря, Трахтенберг в задницу. Это и есть любовь в наши дни, или лесбийская любовь. Вот так вот сатана потихонечку через всевозможные свои ухищрения проникает к нам в мозг, разрушает нас. Видите, я рожден при СССР, тогда за это дело, была статья. Про это не то, что вслух говорить, за углом-то боялись. Если какие и были, их считали больным и в психушку садили. Такие отклонения. Не знаю, правильно это было или нет, но пидором — это такое слово. Это не ЛГБТ, это
Ну, это пидорасы. Им не было места. Была статья для них. Чтобы так вот, как сейчас, и тем более рекламировать, но вы подумайте, вот, любовь в наши дни, романтический ужин дома, в масках, друзья, в масках держатся за руки и проявляют нежность в общественном месте. Но пусть они еще там поимеют друг друга в общественном месте, я не знаю, что и как снимать. Ну, вот так вот, как бы, вот этот сайт нам предлагает. Вот, есть же нормальные темы. Искусство сервировки блюд, домашние увлечения, снимки, что делать. Ну, нет, им надо вот это вот. Им надо вот это. Вот оно. Еще говорят, да ну, теория мирового заговора, это все ерунда, такого быть не может. Вот через это они сокращают население, развращают нашу молодежь, чтобы... Хотят, чтобы дети наши были лесбии. Не знаю. Но пидорасы, конечно, как другого слова здесь не подберешь. Как оно обозначает это дело, так оно и обозначает. Ой, люди, будьте бдительны. Смотрите. Смотрите, я не знаю. Конечно, сейчас вот молодые родители, надо ухо востро держать. Надо детям говорить, что все это нехорошо, что это все неправильно, что так не должно быть, что мальчик должен любить девочку, а девочка должна любить мальчика, и никак иначе. И никак иначе. Это Бог создал нас по образу и подобию, так говорят, а сатана пытается сделать всех себе подобным, потому что даже рисунки, изображения этого, не знаю, как правильно сказать, Бафомет или Бафомет, он двухполый, сатана, он двухполый, гермафродит, как говорится, сам ее и сам родит. Ну вот так, в общем-то, Шаттерсток меня поразил, конечно. Не ожидал я, что вот так вот. Ну, ладно, я там видел парады, эти гей-парады, там, как с голыми задами мужики ходят. Там Норвегии вам показывали, да, где-то, ну, по Западной Европе. Любители этих вещей, как бы общество к ним относится терпимо. Во Франции вон даже официально законы сдали, узаконили. Узаконили брак. Однополые разрешили, значит, даже эти бракосочетания регистрировать в церкви. Ну и как вот наши уже тут православные, где-то какой-то поп благословение давал. Ну, алло, церковь, не только наши православные, так куда она смотрит? Все уже рухнуло под пороком и развратом. Одно только забывают. Не зря же им написано, не знаю, на основании, ну, библейского сюжета, конечно, правда это или вымысел, только они почему-то не берут во внимание вот эти вот сейчас, кто все вот это продвигает и проталкивает усиленно. Любовь ЛГБТ плюс и прочие вещи. В древности тоже любители такие были, Содом и Гоморра, жители этих двух городов. И что получилось? И где они? Так и сейчас, если надо, если мы не остановимся, я думаю, дойдем. Мы уже подходим к крайней черте. Вот в этом, вот именно вот в этих вещах. Меня даже сейчас не столько напрягает вот эти ихние планы там, чипизировать, еще какие-то вещи сделать, что они, как вот это, я не знаю, вот на корню рубят, рубят на корню наше будущее, будущее наших детей. Ну вот, что я хотел сказать, порассуждать по поводу
вот этих рекомендаций шаттерстоковских. Так что, я думаю, мы, наша молодежь уже последует ровно наоборот. И не дождутся они от нас. Вот пусть со своими собачками, как вот эти два черта на фотографии. Вот они, видите, сейчас я вам покажу. Вот они. Два черта, которые изображают. А это их ребенок. Вот кто из них папа, кто мама? Наверное, вот это мама левая, это папа с бородой. Ну, непонятно, да. А, это ихняя собачка. И вот еще одно интересно. Если они своего добьются и все станут лесбии и гомосеки, кто рожать-то будет? Или они надеются, что к тому времени научат из пробирок выращивать или сделают роботов? Ну, наверное, скорее всего, так. Будут какие-нибудь киборги или еще что-нибудь еще. В общем, они будущее человечества не видят в нормальных людях. Но на этом всем до свидания. Спасибо, кто смотрел. Еще раз говорю, будьте бдительны.